Традиционная всероссийская акция «Лыжня России» пройдет в этом году в субботу, 8 февраля. Первыми на старт выйдут военнослужащие. Они пробегут 2 километра. Дальше в 10 часов это воспитанники детских садов. И далее уже воспитанники 1-4 классов, среднее звено школы. И заканчивать будут забеги. Это ВИП-забег в 12 часов 10 минут. Далее жители города. Каждый раз «Лыжня России» собирает несколько тысяч участников. И малыши, и школьники, и взрослые поклонники здорового образа жизни с удовольствием проходят свои дистанции. В этом году, как и всегда, детсадовцы и ученики начальных классов преодолеют 500 метров. Ребята постарше пробегут 1 километр, старшеклассники – 2. Для участников VIP-забега и массового тематического забега «Спорт нормы жизни» готовят дистанции 2020 метров. «Лыжня России» – это своеобразная тренировка перед мемориалом Музрукова, который пройдет на лыжной базе 15 и 16 февраля. У людей есть возможность подготовиться хорошо к мемориалу Музрукова, потому что, как правило, на «Лыжне России» это массовые забеги, они проходят без учета времени, а уже на мемориале Музрукова там спортивные забеги, то есть бегут и на результат, дистанции довольно-таки приличные, это и 10, и 15 километров. У юношей и у мужчин, у женщин это 3,5 километров, поэтому, пожалуйста, мы всех ждем, приглашаем. Обращаем внимание, что 8 февраля в связи с проведением спортивного праздника на лыжной базе движение по улице Академика Харитона будет перекрыто с 8 до 15 часов.